Всем привет, с вами Атси, и это продолжение The Wally Without Wind. И, к сожалению, я хочу вас немножко разочаровать. Это будет серия последняя в этой подсерии, так сказать. Ну, не подсерия, ну, короче, так. Меня в ближайшие несколько дней опять не будет. Возможно, даже неделю или две, или полгода. Поэтому это видео будет какое-то время последнее. Ну, ладно, неважно. Давайте просто проходить. Я надеюсь, серия будет подлиннее немножко. Что нам нужно делать? Нам нужно зачистить 6 континентов, сказали в комментариях. И это очень даже здорово. О, ну, что я хотел сначала? Фаербол, конечно же. Давайте пройдем этот босс Тауэр. Я уже забыл совершенно, как играть, но... Ладно. Неважно. Ей! Черт. Так, хорошо. Ну что, давайте рискнем. Я уже совершенно забыл управление. Так, энтропический удар. И тут, конечно же, идет на... Ой, 3 минуты осталось. Я просто сейчас немножко проверял, на какую кнопку у меня самое важное заклинание в мышке. Ё-моё! А тут враги уже стали посерьезнее. Серьезно, серьезнее. Серьезно, серьезнее, так сказать, да. Масло масляное, но тем не менее. Масло мое. Так, тут какие-то карлики у нас бродят, неприятные. Но ничего страшного. Так, а тут сейчас будет босс какой-то. Хорошо, я уже отвык от нормального, здорового экшена. Ну, как здоровый экшен? Тем не менее, мы справились. Я справился. Так, а там что у нас? Очень интересная такая комната. Я в такую секретку спрятал. Но у разрабов свое мнение насчет секреток, поэтому ничего страшного. Так, сколько нам нужно еще идти? Да, это будет достаточно долгая башня. Черт! Кислота, кислота! Ха-ха-ха! Так, а там что? Блестяшки надо собрать. Хорошо, кислота так кислота. Кислота кислоте рознь, как говорится, и... Пойдем в злую комнату, где куча монстров. Ха-ха! Пытался меня убить этим морозным лучиком. А черта с два. Так, а там что у нас? А, это фиговина. Так и не знаю, так и не понял, что это за фиговина. Может быть, кто-то писал в комментариях, но я почему-то не прочел. Хотя я старался все комментарии читать. Ладно, неважно. Так, что там у нас? Ага, шарды. Да ё-моё! Да как? Совершенно не в ту сторону полетел мой мега ползучий смертельный удар, но... Черт с ним. Опять босс. Кто на этот раз? Босс. Ого. А ты у нас мистер крутой, я смотрю. Офигеть. На прошлого хватило одного удара, и потом маленькой молнии добило. Этому уже пришлось стрелять очень-очень долго. Окей. Так. Консиша шерт, хорошо. Так, что у нас там еще может быть? Надеюсь, еще какие-нибудь шарды. Потому что без шардов, я думаю, мне будет скучно. Да, там какой-то лежит какая-то вкуснятина. А, это фиговина. Пусть будет. Не мешает она нам. Кстати, а представьте, реалистично было бы, если прыгнул так и насадился на кол. А! Какого черта? Спаунеры-то работают. Окей. Так. Совсем справимся со всех. Всех победим. Мы уже прошли
больше половины подземелья. И это хорошо, даже очень. Я бы сказал. Так, ну... Ну не, я сначала исследую до конца эту комнату. Вдруг там какая-нибудь вкуснятина. Привет. Это, конечно, было не обязательно в меня кидаться этой больной штучкой, но... Кто я такой, чтобы тебе запрещать по мне стрелять, а? Блин. А! А, это ж моё. Да, нормально. Пусть будет. И давайте мочим этих гадов. Так, ну как я понял, игра эта будет очень долгая. Хотя и затянется, но тем не менее. Я постараюсь ее пройти до конца. Я надеюсь, Steam Cloud тут работает хорошо, на всякий случай. Потому что помните, что случилось с моим прохождением Dungeons of Dreadmore? Очень неприятная оказия. Так, to stairwell, хорошо. Ой, летучая мышь белая. Мило. Так, а там что у нас? Ничего. Большое и жирное ничего. А здесь зато у нас будет босс. И, как я понял, последний, финальный. Воу. Воу, 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 воу. Вы превышаете свои полномочия, сударь. Victory. Да. Самая жирная victory, что может быть только. Ах, на самом деле босс этот оказался слишком простым. Когда я самый первый раз играл в эту игру, ну, пытался ее пройти. Ну, не пройти даже, а просто ознакомиться. У меня были большие проблемы, меня нагибали все, кто только можно, хотя я играл даже не на среднюю сложности, а гораздо проще. Видимо, из-за того, что у меня не было этого заклинания, и мне не хватало на него... Не хватало на него маны. Даже с усилением на 8. Так, ну ладно. Думаю, это последнее. Нет, не последнее. А какое длинное оказалось подземелье? Я ожидал, что он будет гораздо короче. Хотя награда тут тоже вполне достойная. Фаербол. Я надеюсь, этот фаербол будет нам очень полезен. А, да, серьезно, вот это. Мне в комментариях написали, что двойной клик на клавишу движения активирует этот ускорение. И это здорово. Буду пользоваться этим, когда совсем припекать будет. Ну-ка. Да, можно выше прыгать гораздо. Да, только... А ну-ка. Нет. Короче, выше прыгать я от этого не стал. Что очень странно, но ладно. Так, ну что. Судя по Dungeon Map, это вот будет уже действительно последняя комната, в которую я сейчас спущусь и... То есть поднимусь, это же башня. И здесь я смогу забрать... Ты куда от меня ушел, а? Нормально, от меня такой побежал, такой... Типа, ой, Адси тут отреспавнился, побежал-ка я. Ладно, давайте заберем нашу полагающуюся награду. Она нам действительно пригодится. О, портал. Окей. Так, это не та награда, что я ожидал. Во! Хотя это тоже не награда. Короче, это дает нам какой-то прирост маны или что-то в этом роде. Ну, вот эти вот синие фиговинки. Ах, ладно. Это заклинание оказалось на проверку какой-то ерундой. Не слишком полезно. Я думаю, гораздо больше пользы будет от вот этого. Ну-ка, сколько оно? Очень маленький дамаг, но... Хо-хо-хо. Так, вот тут идет ДПМ 46, тут идет ДПМ 50. Затраты по мане. Гораздо меньше. Так что как-то так.
Ну-ка, не, прыгать выше с этой ерундой я не могу. Но дальше могу. Офигеть. Вот это чудесно. Так, ну ладно. У меня какой-то артефакт был? Не, я все-таки на энтропию оставлю. Потому что без энтропии мне будет совсем грустно. Эй! Чуть-чуть не напрыгнул. Ну ладно, не буду вас мучить. Так, а теперь вас помучаю вот этим. Quake 3 Arena Style, блин. Где ж моя реакция? А-а-а, почти. Почти. Чувствую, все закончится тем, что у меня станет достаточно досок, чтобы перепрыгнуть это все. А-а-а. Не. Да. Я мог поставить просто ящики. Я мог. Я не знаю. Да короче. Потратил где-то, не знаю, пару десятков этих. Неважно. Так, что у нас тут? Миссия Rewards. Не. Анахронизмы я искать не буду. Battleground, Campfire. Trap, it's trap. Так. Это что он даст? Fire touch. Touch. Давайте fire touch соберем. Еще одна комната с боссом. Это круто. Так, fire touch я хотя и не пользуюсь почти, но тем не менее. Я думаю, он лишнего нам во всяком случае не будет. К тому же, замочим лишнего босса, это уже достижение. Ай, да пошла ты, молния, нафиг. А! Хотя какого фига я продолжаю стрелять молнией, если у меня теперь есть клевый такой козырненький огонек. Так, ну сюда, конечно же, энтропическое заклинание свое. Не. Не такой уж ты и крутой оказался, босс. Одно название. Ай, неинтересно. А там что? Полагаю, тоже что-то мне неинтересное. Да? Неинтересное. Так, интересно, это насколько будет большим подземелье? Да, похоже, по величине будет типа того же, что и было в прошлый раз. Это я смотрю по цифрам, которые по это, ну вот этот Dungeon Map. Так что не будем питать лишних иллюзий. Так, хорошо. Блин, чё я продолжаю стрелять молнией? Огонь же более эффективен. Хотя, с другой стороны, надо сравнить. Потому что я заметил, молния, сколько она бьет. За раз она бьет на 45. Это за раз бьет на 26, но он скорострельнее. Огонь. Даже не знаю. Короче, я всяких замороженных буду мочить вот этим, вот этой штукой. А так от молнии не сильно отличается. Это я что-то натупил. Ну, ничего страшного. Давайте замочим еще одного босса. Выскупление. Выскупление моего натупения. Ух ты, а звучит даже в рифму. Это хорошо. Убивать боссов так с рифмой. Меня заморозили, скоты. Окей. И это босс. Мини-босс. Хотя потом будут мега-боссы, мне сказали. И эти мега-боссы будут уже не такие сосунки, как мини-боссы. И мне это нравится. Всего будет сколько? 6 боссов этих. Не совсем мини. А обычных уже таких, крутых боссов. И меня это радует. В этой игре все выглядит очень даже красиво, поэтому боссы будут смотреться внушительно. И
Какого толка мне все это рассказывать? Вы и так все увидите. Рано или поздно. А может, не увидите. Пара-па-па-па-пам. Так. Что у нас тут остается? Уже большую часть подземелья мы все-таки исследовали. Значит, оно будет не такое все-таки длительное и муторное, как некоторые. Так, тут у нас эта штучка ништячок. Ай-яй-яй-яй-яй. Да ё-моё, хватит. Хватит, не знаю, не слушаться меня. Думаешь ты, я не знаю, Зигмунд Сорокин, значит, тебе можно не слушаться меня? Ну уж фигушки. Так, ну что? Босс. Что ты из себя представляешь, босяра? Местная. Мини-босс. Хотя на вид ты не такой уж и мини. Но все же развалился от одного вот этого удара. Да чё ж такие нежные боссы становитесь? А если у меня энтропический удар третьего уровня появится, что будете делать? А если четвертого, а пятого? Это будет вообще что-то с чем-то. Так, ну... Да не буду я на тебя обращать внимание, летучая мышь. Ты мне не интересна. А вот ты интересен. Тебя мы замочим. Так, огнем его мочить, как я понял, смысла нет. Ну и ладно. Да хватит. Блин. Все заклинания в него выпустил. Попал только самым слабеньким. Ладно. Хорошо. Итак, остается последняя. Нет, не последняя. Ага, вот. Exit room. Хорошо, но там я вижу, какая-то приколюшка лежит. Даже не приколюшка, а денюжка. Что тоже само по себе не так уж и плохо. Так, ну что, exit room? Кто у нас тут обитает? Ух ты, красивая комната какая. Да ё-моё. Так, а это что у нас? Опять эта фиговинка. Ладно, пускай будет. Вдруг они все-таки что-то дают? Так, Fire Touch, 57 и наносит 0,6, наносит 35, это наносит, ну да. Ресурсы будем собирать теперь еще быстрее. Хоп, 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 хоп. Делал бы так вечно. Так, Guard, Guard Powers, то есть, Guard, блин, Guard, какой Guard? Guard, конечно же. Yes. Что это мне даст? Привет, мужик. Ай. Какие-то вы все нежные, блин. Я сюда пришел, не знаю, развлекаться. А вы такие, ой-ой-ой. Так, Destroy Umbra Vortex. Creeping Dead, Shape Meta. In the... You had best Kephisos. Давайте просто попробуем ради того, что это новая миссия. Так, я даже не знаю, что нам тут надо будет делать. А-а-а. Ну явно не разбиваться. Да ё-моё. Может где-то здесь миссия? Да ё-моё. Нет, это просто варгейт. Хорошо. Блин, эти карлики. Ай, Brown Dwarfs. Рыжий карлик. То есть коричневый. Еще и не политкорректно. Вдвойне. Так, ну ладно. А-а-а. Ради такой фигни пришлось тратить планки. Что за нафиг? Так, ну где я? Я что-то не могу найти, где этот ваш ворд. И вот он. Ага. И что мы будем делать сейчас, интересно? Надеюсь, мне напишут сообщение. Я тут могу летать.
Так, где тут описание? Вот оно. Мне лень все это читать. Поэтому читать не будем. Так. Что я должен сделать? Победить врагов, наверное. Скорее всего, да. Ого! Что это вы сделали с моим мега-читерским спеллом? Victory! И все. Пипец. Карлик, а ты что на это скажешь? Это что-то вообще. И как мне сюда уйти? Ребят... Я заблудился. Ну, тут хотя бы я летать могу. Уже здорово. Ну и как мне отсюда выйти? Ау-у-у. Черт. Черт побери. Давайте замочим этот спаунер на всякий случай. И разрушим все ящики. О, нет. Как мне отсюда выйти? Где же... А. Да не, все в порядке. Так, еще один Creeping Dead. И что нам еще за это дали? Неважно. Важно то, что это победа, и не знаю, насколько мы продвинулись по сюжету. Похоже, мы по сюжету вообще не двигаемся, я просто занимаюсь какой-то фигней. Но надо бы уже что-то предпринимать. Так, Guardian Powers Shape Meta. И что я сделал? Я сам себя, что ли, изменил? Да не похоже. Ладно. А, и что, если здесь каким-нибудь Guardian или что-нибудь новенькое? Ой, да хватит со своими подсказками. Я и без них разберусь. Так, Bubbles, Tidal Pulse, Healing Touch. Неинтересно. Привет, мужик. Эй, неинтересно. Ну, тут, к сожалению, ничего хорошего нету. Difficulty, то есть я менять не собираюсь. Два резидента всего. Ох. Ну и черт с вами. Ладно, давайте попробуем, не зная. Что это? Defense play the pool from meteor storm. И place card form. Окей, это что? Destroy boss Ganon cave. О, давайте банду героев, ой, не героев, а этих разнесем тогда я боссов, раз на то пошло. Ну просто, почему бы и нет? Difficult for you. Ага. Окей. Difficult, так difficult. Может, мы помрем наконец-то в этом задании. Эй! Мы так не договаривались. Хотя мы вообще ни о чем не договаривались. Но в том-то и дело. То есть, что вы делаете то, о чем мы не договаривались? Еще босс называется. Ну, где ты, скотина? Еще третий тут был, я помню. Че, все? И это все! И это все! Окей. А тут у нас что?
Выход где-то должен быть, насколько я помню. Насколько я не помню, а понимаю. Так, выход, выход, выход у нас где? Че, опять нет выхода? Не. Второй раз я на это не поведусь. Или поведусь. Черт возьми, а где? А, вот ты где. Опять тут же, да. Не замечал. Не замечаю я, не замечаю. Так, у нас появилось новое заклинание. Миазма VIP. Вполне себе можно заменить фаербол. Ого! Не, знаете, я этим не фаербол заменю, я этим заменю вот этот фаертач. А фаербол оставлю. Да, я теперь могу валить леса! Ей! Помните шутку про, про монгольского дровосека? Так вот, это про меня. Я чувствую себя экскаватором. Даже не экскаватором, а бульдозером. Хо-хо-хо-хо. Кстати, это что такое за здание? Миссия какая-нибудь или просто? Доледниковое здание. Доледниковое здание. Хорошо, давайте попробуем поразвлекаться здесь, пофаниться. Так, что это? Utility room. Тут частенько бывают всякие интересные ништячки. Ну, это не совсем интересный ништяк, но тем не менее, хоть что-то. Так. Да ё-моё, чё у меня за привычка ставить планки туда, да куда я не могу допрыгнуть? Эх. Так. Тут у нас что? Ай, кислота, кислота, кислота. Не люблю кислоту. Пойдемте отсюда. Так. Тут у нас ничего интересного тоже. Hallway. Окей. Блин, а это очень даже неплохое заклинание. Оставлю его как основное. У большинства врагов все-таки нету защиты от энтропии. Поэтому будем нагибать. Эй! Но все-таки дальности не хватает немножко. Если быть честным. Так, что у нас тут? Какое-то неправильное доледниковое здание. Ничего интересного тут нету. Никаких ништячков. Помните, как мы вот заходили, там было по целой куче всяких, там, не знаю. Эй, ладно. Как уйти отсюда? Разочаровало меня это здание. Ну ладно, последняя попытка. Последний шанс. Ого. Он просто движением всех, то есть касанием всех ранит. Интересное свойство, интересное. Мне б такое. Как в Path of Exile, у меня персонаж ежик. Кто ударит, тот сдохнет. И нет сдачи, заметьте. Так, как отсюда выйти? Нет, точно не так. Может быть так? И вот так, может быть. О, я ну что-то новенькое нашел. Да ё-моё. Откуда вы беретесь? Прям за спиной мне респавнитесь. Так, ящики, ящики, ящики и книжка. Ну вот, удачно я заскочил. Хорошо. А вот что я хотел попробовать, одну вещь такую. Я не знаю, может быть это будет очень глупо даже, но... Но вы сейчас увидите, что я хотел попробовать. Я просто кое-что заметил на карте мира. И подумал, может быть это будет очень даже... Весело? Да ё-моё, хватит! Может быть это будет очень даже весело? А что именно я заметил? Видите вот это? L2 лейтенант. Давайте попробуем вот сюда. Evil Outpost. Зайдем сюда и...
You have just entered the area and higher levels than the world level and higher than the area and you just monster a stronger. Here so be well. Окей. Да ё-моё, я не это имел в виду. Да ну к черту, тут воевать неудобно. Ты раз враги тут сильнее меня, то... Турбуленция. Покинутый город. Так, а значит я не могу... Плавать там, где мне не следует. Хорошо, давайте тогда просто исследуем этот мир. Мирок. Defensive plate of Meteorstone. Окей. Так, это, как я понял, первый наш континент. Хорошо. Давайте выполнять просто задания, все, которые есть. Наверняка это приведет нас к успеху. Так, что это у нас тут? Миссия, миссия, миссия. Давайте пройдем эту миссию. Ага. Значит, идти надо в ту сторону. Блин, мне нравятся вот эти вот джунгли, они такие клевые. Ого. Я могу вырубить эти джунгли полностью. Со всеми обитателями. О, да. О, да. Так, где метеориты? Где supply депо? Вот оно. Нет. Блин, я не знаю. Чё, что мне делать? А, help, ребята, что мне делать? Нет, нет, не-не-не. А, вот. Стаж надо вот этот. Да ё-моё, метеориты, вы чё, совсем охренели? Это вам тут не Челябинск. Разлетались, блин. И все прямо на мои депо эти. Да не надо, блин. Да ё-моё, да... Да... Охренеть. Не знаю, может огнем вас лучше будет столкнуть, да? Огонь на них лучше действует. Казалось бы, где логика? 17 метеоритов осталось. Блин, пережить бы, пережить бы. О, я буду своих туш, свои туши их отталкивать. Да хватит. А! Не, свои туши я отталкиваю плохо. У меня не очень отталкивающая, не очень отталкивающая туша, как показалось. Да ё-моё! Не, ну вы увидели же, Дима, чтобы метеориты летели именно так. Хорошо, осталось двое. Улетай! Е-е-е, мы победили! Хо-хо-хо! Не, ну нафиг такие задания. Что я за него получил хоть? Ладно. Сматываюсь из этой миссии. Е, я могу все валить. Все валю. Весь лес повалю нафиг. Ибо нефиг тут расти в политическом мире. Тут должны быть пустоши. Пустыни, как в Fallout. Так, Guardian Powers. Yes. Ну, давайте этот Вантус. Нет. А, я даже не знаю. Не знаю, не знаю. Ну, наверняка мне кто-нибудь напишет в комментариях, как продвинуться дальше. Я очень, по крайней мере, на это надеюсь. И вот... Так, что это у нас? Не-не-не-не-не-не, спасибо. Я надеюсь, кто-то мне напишет в комментариях, что мне нужно делать в этом
Ну вот, чтобы покинуть этот первый остров, и чтобы заняться чем-нибудь другим, более интересным, забавным. А пока что, я не знаю, давайте Не, давайте сначала поплаваем. И когда я понял, что все это было зря, я решил, что не буду записывать по War Thunder видео. Так, Stealth Assassination in Building. Bow Lighting. А у меня лайтинг какого уровня? Так, второго. Неинтересно. Кстати, а там какая-то миссия была? Ну, неважно. Ну что ж, давайте вернемся в город и закончим со всем этим. Ну что ж, с вами был Атси, и поэтому я с вами прощаюсь. Не знаю, когда в следующий раз вы меня увидите, но когда увидите, все будет просто здорово. Так, это что тут у нас? Варпгейт. Ну, это просто варпгейт. Ну, ладно. А я могу тебя убить? О! И точно, я могу все разнести. Нафиг разнести все. Нефиг тут дома строить. Вот так, блин. Только пустошь, только хардкор. Не загораживайте вид на мои новые корабли. А то, блин, вздумали. Хорошо. И вот на этой радостной ноте мы можем заканчивать. Наконец-то город разрушен, и все просто шикарно. А вот день, все расцветает, и на этом мы заканчиваем серию. Всем пока, с вами был Атси, а я ухожу. Па-пам.